Головне з питань, обговорених постійною комісією з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення, стосувалося екологічної програми Кривого Рогу, ініціатором якої виступив міський голова Юрій Вілкул. Вона розрахована на період до 2025 року. У складі робочої групи, яка працювала над документом, були екологи, представники промислових підприємств, громадськість, спеціалісти профільних управлінь виконкому міськради та провідних наукових установ міста. Была сделана попытка впервые для нашего города, я не побоюсь сказать, что, наверное, и в целом на Украине, сделать такую программу на 10 лет с научным подходом, комплексно оценить всю ситуацию, существующую на сегодняшний день, и сделать прогноз, что можно сделать в результате разработанной программы до 2025 года. Поэтому сегодня мы рассматриваем уже как финальный вариант, после того, когда на общем заседании всех специалистов, которые участвовали, и представители общественных организаций, журналистов, то есть широкого круга, вот, и было принято окончательное решение, что выносить на сессию городского совета, которая состоится на следующей неделе, вот сегодня еще раз рассмотрит наша комиссия. Проект программы уже сформованный, потребует лишь незначительных дополнений. Мы постарались в рабочей группе не упустить ни одного из этих направлений, учесть максимально все, что было возможно в данной программе. Конечно, некоторые направления пока забиты, возможно, отдельными фразами не детализированы. В связи с этим принято направление, что данная программа, она еще будет совершенствоваться в процессе выполнения, будет продолжать заседать рабочая группа, в том числе по отдельным вопросам ее выполнения. Будут созываться специальные научные коллективы для того, чтобы рассматривать отдельные вопросы по совершенствованию, в том числе технологических процессов, чтобы можно было уменьшить воздействие работы предприятий на окружающую среду. За словами спеціалістів, реалізація програми дасть можливість на десятки тисяч тонн скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу та ґрунти, покращити стан водних ресурсів. На засіданні йшлося і про перспективи будівництва у місті комбінату з переробки побутових відходів. На розгляд комісії були винесені питання щодо змін до комплексних програм здоров'я нації, захисту окремих категорій населення, підтримки учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих. Тим часом члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства говорили про підготовку міста до опалювального сезону, стан покрівлі та міжпанельних швів багатоповерхівок та готовність котелень та комунальних установ до зими. Серед актуальних тем – модернізація системи опалення та робота з іноземними інвесторами у цьому напрямку. Наши проекты в Европейском инвестиционном банке ЕИБом были согласованы. Сейчас работает международная аудиторская компания «Рамболь» по составлению технико-экономического обоснования. На следующей неделе они во вторник приезжают в город Кривой Рог для продолжения изучения этих работ. И мы планируем на декабрь месяц выйти на согласовательный совет о привлечении кредитов сроком на 20 лет в сумме 40 миллионов гривен на модернизацию системы теплоснабжения в городе. В частности, это реализация проекта ухода от Каемковской котельной и строительство на ее базе, там частичная реконструкция и строительство порядка 24 мини-котелен, блочных мини-котелен. Цікавили депутатів і питання підготовки електротранспорту до роботи взимку, ремонт доріг та стан зимової прибиральної техніки.